И всем привет, ребята, с вами я, Шипсов Платон, вы на канале Малек Самоделки. Сегодня я представляю вам третью часть обзора моего круизного лайнера из Лего, то есть обновленного круизного лайнера. Начнем. Сегодня будет не по модулям, но как вы видите, что этот нос держит вот эти двери. Ну, не держит, а делает так, чтобы они были максимум не под ногтем. Когда мы заходим в третью часть, мы сразу видим вот такую дверьку, белую стенку и вот эту выпирающую всю палубу, рубку капитанскую, забитую вся своими приборами, и тут вот такой руль. Крутится такое сиденье, стоит тут человечек. Вот опять же выход, тут у нас белая стенка обычная, обыкновенная, и вот такие окна. Со всех сторон. Потом тут идет пустое место, максимум вот до конца. Вот это до конца вот этого. И не знаю, что туда поставить, предложите в комментах. И идет спортзал. Тут у нас вот такая большая гиря. Ну, не гиря, а как ее. Ну, вы знаете, как эта фигня называется. Штанга, по-моему. Я не помню. Гантельки маленькие вот такие. И две беговые дорожки. Не знаю, попытался что-то сделать похоже на беговые дорожки. Потом вот такие два панорамных окна с двух сторон. Да, вы, наверное, зададитесь вопросом, где вот деталь. Она прилипла. Вот она прилипла к четвертому этажу. Так, потом у нас идет вот такой проход к двум магазинам. Магазинам одежды и кепок. Первый магазин одежды занимает у нас место. Вот это. Тут у нас... Человечек упал, сейчас поставлю. Тут у нас вот так много одежды стоит. Вот так. В ряд. И тут уже штаны, там уже всяких наборов. Тут у нас вот такая штучка-касса. И маленькие окошко, идущие тут по всем. Тут большие, тут маленькие начинаются. Потом тут у нас большое окно и магазин кепок. Вот тут у нас кепки всякие разные. И они стоят на головах манекена. Давайте попробую показать. Вот видите, голова. Сейчас увеличу. Вот там голова. Тут нету кассы, потому что это считается как один магазин, но просто отдельно. Отдельно. Кепки отдельно, одежда. И типа вот это одна касса на вот эти два магазина. Этот модуль получился такой же большой, потому что тут у нас стоит, как его, боулинг. И поэтому там много места, и можно закрепить вот так, он может выдержать. Самый хрупкий из этих модулей, все, которые только есть на корабле, это вот этот. Поэтому я показываю все на корабле, потому что он очень хрупкий, потому что он находится, ну, смотрите, чем. То есть тут никаких подставок нет, он просто парит, можно сказать, в воздухе. Да. И вот теперь можно показать, как открывается с первого этажа вот эта штука. Вот так. Открывается, и катер можно реально вытащить отсюда, не поранив флаг. Вот. Вот так. Прикольно сделано. Почему я повернул той части, где нет шлюпок? Ну, не знаю, мне так хочется. Ой, тупой я какой. Так, я, наверное, чувствую, что эту дверь не закрою теперь никогда в жизни. А, не закрою. Что тут же замок. Да, ну, ставим его обратно. И давайте наберем 120 подписчиков. Я куплю вторую себе вот такую пластину и вот такое небо. Сниму анимацию. Да, кстати, спасибо вам за 111 подписчиков. Прикольная такая цифра. Да, спасибо вам за это. Ну, а мы подходим к концу обзора на третий этаж. Я сниму сразу четвертый этаж, чтобы не морочиться на лайках и каким-то там штукам. И потом его... разберу. И сделаю самоделку и сниму мультик. Да. Мультик, я думаю, будет на какое-то ограбление банка или нахождение машины. Я не знаю.
Но я, к примеру, я даже не знаю, что я буду делать, но постараюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки. Вот такие. Подписывайтесь на канал. Всем удачи.